Но сейчас о комфорте и престиже жилья. Прежде всего, у современного человека эти понятия ассоциируются с домом. Престижно жить за городом и в то же время в центре европейской столицы. Эти вещи можно совместить. Таких домов в европейских столицах немного. Но если в Лондоне, Москве, Варшаве или Нью-Йорке подобное жилье могут позволить себе единицы, в Минске обычные семьи. В этом уникальность предложения известного белорусского застройщика. Парк челюскинцев развивается. Кто покупает там квартиры? В репортаже. Ключевой показатель успеха – образ жизни, а это прежде всего место, где живешь и как проводишь время. Во всех столицах мира недвижимость, расположенная у парков и скверов в центре города – это элитные дома и ценится очень высоко. Апартаменты с видом на Гайд-парк в Лондоне или Центральный парк в Нью-Йорке или Люксембургский сад в Париже обойдутся в многие миллионы долларов, фунтов или евро. Примеров взаимодействия парков и урбанистической инфраструктуры в мире много. Эти системы не вредят друг другу, а дополняют. Парк челюскинцев является частью большой зеленой территории, так как он примыкает еще к ботаническому саду. Понятно, что все территории города должны каким-то образом уплотняться, потому что мы достигли условно своего пика по плотности городской среды. Однако парки и зеленые территории должны сохраняться в том количестве озеленения, в котором они уже существуют. Один из хороших примеров – это именно взаимодействие с парковой средой. Это парк в Нью-Йорке, в котором есть огромная зеленая территория, и она прямо к ней подходит, различные жилые территории и общественные территории. Парк челюскинцев и ботанический сад в Минске – это почти 200 гектаров настоящего леса в самом центре города. Самый чистый и экологически благополучный уголок города. Именно здесь, на проспекте Независимости, у границ лесного массива в центре города, строится жилой комплекс «Парк челюскинцев». Престижное жилье пользуется повышенным спросом. Понравилась планировка, она свободная, окна выходят на парк челюскинцев. Предложений, конечно, много, но место тут говорит о многом. Парк челюскинцев, он один. Престиж – это признанная общественная значимость, месторасположение, качество, инфраструктура района и даже социальный статус соседей. С учетом того, как не хватает современным горожанам общения с природой, зелени и свежего воздуха, жилье у границ городских парков по определению становится лучшим. Здесь сразу две станции метро, гимназии, школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Рядом спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» и аквапарк «Фристайл». Пара остановок до самого большого торгового развлекательного центра страны «Данамол» и Национальной библиотеки. Импонирует то место, так как рядом находится парк, шаговая доступность по метро и, конечно, там развитая инфраструктура. Для автомобилистов удобные паркинги. В некоторых домах попасть в них можно на лифте из своего дома. Качеству «Престиж» отвечают все дома комплекса. Это более 20 типов квартир свободной планировки. Потолки до 3 метров, панорамное остекление с тонировкой под бронзу. Бесшумные лифты «Отис». Каждый дом – дизайнерское лобби, место для консьержа, санитарные комнаты с пеленальным столиком, гостевой зоной и место для хранения велосипедов и колясок. Парк челюскинцев – это пространство для комфортной жизни. Здесь будут располагаться встроенный детский сад, собственной территории для безопасности детей, теплый подземный паркинг на 190 мест, наземные автостоянки, детские спортивные площадки, велодорожки и велопаркинги, огороженная территория и видеонаблюдение. Первые два этажа комплекса – коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости. А значит, очень скоро прямо в комплексе «Парк челюскинцев» будут работать кафе и салоны красоты, магазины и бутики, объекты сферы услуг и туризма. Стать собственником жилья здесь куда проще, чем в других столицах. Продали свою квартиру, и сейчас добираем, как говорится, кредитом, и чтобы этот вопрос решить. Многие выбирают беспроцентную рассрочку от застройщика на 4 года. Кредитная поддержка рассчитана на 20 лет и покрывает до 90% стоимости квартиры. При первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или 6,99% годовых на первые 2 года. И это лучшее предложение на рынке. Жилье в престижном районе может позволить себе любая семья, имеющая устойчивый доход. А такая поддержка от застройщика – фактически подарок. Алексей Кряквин, ОНТ.